Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о победе установки в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории республики Саха-Якутия остается напряженным. По данным Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия, в Якутии за сутки выявлено 56 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 47 случаев выявлено в городе Якутске. Город Якутск также и остается основным местом, где выявляется самое большее количество, порядка больше 70%, чем во всех других муниципальных образованиях. Но мы уже говорили не раз, что и в муниципальных образованиях коронавирус у нас приходит в связи с внутренней, нашей летней, значит, непосредственно процедурой переездов и вообще движений, которые у нас летом происходят. И на настоящий момент у нас зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции за последние сутки в Алданском, в Амгинском и Абыйском районах, Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском. Необходимо обратить внимание на осложнившуюся ситуацию в санитарно-эпидемиологическом в Верхневилюйском районе и определенные сложности, которые возникли в Нюрбинском Улусе, тоже они непосредственно связаны с определенного рода случаями заражения ковида. Все оперативные штабы районные и республиканские работают в том же режиме, как работал и ранее, и, соответственно, значит, лица Роспотребнадзором выявляются, изолируются, но уже медицинские организации оказывают соответствующую, значит, медицинскую помощь. К сожалению, за последние сутки у нас зарегистрирован один летальный случай, и, соответственно, значит, сегодня наши медики, безусловно, значит, делают все для того, чтобы этих летальных случаев было как можно меньше и, соответственно, количество людей, выздоровевших, больше. У нас в целом по республике мы перешагнули через отметку 300 тысяч тестов за весь период пандемии. За последние сутки было сделано на территории республики 2595 тестов. Вчера состоялось заседание под руководством президента страны Владимира Владимировича Путина, где были обозначены задачи на осенний период, в том числе с точки зрения проведения противоэпидемиологических мероприятий. Но необходимо обратить внимание, что глава государства обратил внимание на следующие базовые позиции. Это прежде всего прививочная кампания. Мы понимаем, что у нас впереди грипп, и он является традиционным для нас заболеванием. Соответственно, начинается он, как и вчера обратили внимание на совещании, именно с Дальнего Востока, с севера, потому что у нас раньше сами по себе и холода приходят, и этот период гриппозный раньше приходит. Поэтому на настоящий момент, значит, главой республики Саха-Якутия Асеном Сергеевичем Николаевым поставлена задача изменить график национального календаря прививок на территории республики и, соответственно, начать прививочную кампанию среди детей, среди групп риска раньше. Соответственно, для того, чтобы нам можно было учебный процесс начинать без потерь по гриппозному карантину. Второй момент, на который обратил вчера президент страны, он прежде всего связан с диспансеризацией. Да, действительно, медицинские организации частично у нас уже начали и продолжают диспансеризацию населения для города Якутска, так же, как и плановую помощь и диспансеризацию. Мы начнем немного попозже, скорее всего, это будет вторая половина августа. В большей степени это связано с необходимостью того, чтобы наши медицинские работники, в общем-то, немного отдохнули. Потому что есть в любом случае есть определенный кадровый потенциал, есть кадровые возможности, но медики, так же, как и все, должны ходить в отпуска. Поэтому к диспансеризации мы, безусловно, приступим и, соответственно, значит, отработаем и этот момент. И третий момент, который для нас явился, в общем-то, моментом, по сути дела, поддержки со стороны, значит, президента страны, это вопрос, связанный с цифровизацией услуг в области здравоохранения. С 2017 года на территории Республики Саха-Якутия действует программа «Облачная поликлиника». В связи с ковидом мы существенно, значит, обновили контент самого по себе, самого этого приложения. И у нас на настоящий момент через «Облачную поликлинику» активных пользователей непосредственно около 100 тысяч населения Республики Саха-Якутия. «Облачная поликлиника» у нас не дошла еще только до Арктики и до Кабяйского района. А так в целом, значит, сегодня скачивается приложений в неделю порядка 500 приложений. И, соответственно, люди, которые находятся в обсерваторах, люди, которые находятся на амбулаторном лечении. И подспорьем «Облачная поликлиника» стала тем, кто непосредственно имеет хронические заболевания.
Также президент страны обратил внимание на то, что есть положительное в период пандемии, а для нас положительным явилось то, что обеспечение лекарственными средствами тем, кто работает, тем, кто заболел и имеет право на бесплатное лекарство, у нас изменилась схема предоставления этого лекарства именно через звонок участковому врачу без похода в аптеку и посещения врача. Соответственно, бесплатное лекарство доставляется через контакт с участковым врачом. Оно является позитивным, мы его дальше будем непосредственно продолжать. Ну и я не могу не отметить на то, что сегодня в социальных сетях существенно уже и меняется и отношение к тем услугам, которые оказывают наши учреждения здравоохранения. Мы стали уже получать благодарности и за и выздоровевших пациентов, и за то, что многие услуги оказываются непосредственно более четко и понятно, и в том числе за то, что звучат сегодня слова благодарности от тех людей, которые у нас являются больными, которые имеют хронические заболевания, и им сегодня не нужно ходить специально в аптеки и, дожидаться, когда по рецепту будет выдано их бесплатное лекарство. Все это делается через участкового врача с доставкой домой на дом. И момент, который сегодня я хочу еще раз обратить внимание на тесты. Вновь в социальных сетях появилась информация по поводу того, что у нас являются недоступными тесты. По нашей, непосредственно методике, которая сегодня утверждена Минздравом Российской Федерации, а те лица, которые у нас подлежат госпитализации, в обязательном порядке проходят тестирование. Просто-напросто необходимо работать со своим врачом, а если есть, такие случаи, когда перед госпитализацией требует соответствующего, теста, не предоставляя такую услугу в услугах государственных учреждений здравоохранения, сразу давать звонок на контактную линию, которая продолжает работать в Министерстве здравоохранения Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно же, как всегда, здоровья всем!